В начале матча у вас было куча возможностей, чтобы забить. Почему вы не реализовали их? Ну, не знаю, наверное, потому что все-таки первый игровой день, команда только собралась, команда не тренировалась до этого. Вот, только связки наигрываются. Думаю, что в следующих играх реализуем момент. Вы никак не готовились к сезону? Ну, нет, почему? Иногда собирались играть просто на поле где-то там у себя, но не более. Как изменилась команда по сравнению с весной? С весной, ну, добавилось несколько человек еще, новичков, которые, в принципе, вроде неплохо себя показывают. И я надеюсь, что это наше усиление. И в данном сезоне у нас уже будет больше очков по сравнению с прошлым. А какие цели вы ставите на сезон? Ну, войти в тройку призеров, конечно же, как любая другая команда, я думаю, набрать как можно больше очков и в каждой игре побеждать. Как вам играть на этом поле? Мяч отскакивает не очень. Да, в целом нормально, конечно, хотелось бы, чтобы был какой-то газон, а не все-таки вот такая поляна плоская, но мы уже привыкли, поэтому вопросов нет никаких. В концовке игры захлестнули эмоции. Вам показалось, что соперник стал играть грубо? Да нет, просто игра была достаточно накаленная, то есть было куча возможностей забить, мы их не использовали, поэтому эмоции вышли через край и не более этого. Поэтому, ну, это как эта игра, это футбол, поэтому мы не можем от этого как бы избавиться от эмоций. Для этого игра и существует. Спасибо.